राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम Продолжаем наши истории из Рамаяны. Как мы знаем, Господу Рамачандре помогали обезьяны-ванары. Но ванары – не простые обезьяны, которые живут в лесах на деревьях и собирают плоды или отнимают бананы у туристов. Нет, они по своему телосложению больше и сильнее, и у них развитый интеллект. Мы сейчас узнаем, как они появились. Итак. После успешного завершения яги ради обретения сына царем Дашарадхой, Господь Брахма приказал полубогам: «Вы должны произвести на свет свои частичные экспансии, которые будут помогать Господу Вишну в его грядущем воплощении. Ваше потомство в облике обезьян должно обладать всеми мистическими силами, а также способностью принимать любую форму по своему желанию. Кроме того, ваши отпрыски должны обладать быстрым разумом, могуществом, почти равным могуществу Господу Вишну, в совершенстве владеть оружием и иметь бесплотные тела». Получив указание Господа Брахмы, Индра породил Вали, Сурья зачал Сугриву, Брихаспати Тару, Кувера Ганхамаду, Вишвакарма Налу, Варуна Сушену, Аваю Ханумана. О рождении Ханумана мы в дальнейшем поговорим более подробно. И чтобы помочь Господу Вишну осуществить свою миссию, родилось много тысяч других обезьян. И все они были величиной с гору и горели желанием сразиться с Раваной. Подобно своим отцам-полубогам, обезьяны появились на свет сразу после зачатия. Они были столь могущественны, что могли взволновать океан. Эти существа делились на три группы – медведи, простые обезьяны и длиннохвостые обезьяны. Поскольку их численность превышала 10 миллионов, они вскоре заполонили всю землю. Они бродили по лесам, питаясь плодами и кореньями. После окончания яги также и жрецы Ришашлинга и Шанта вернулись к себе домой. А спустя 12 месяцев, на 9-й день прибывающей луны месяца Чайтра, Каушалья родила сына. У божественного ребенка были красноватые глаза и губы, длинные руки, его украшали многочисленные благоприятные знаки. Сын Каушалья воплощал половину могущества Господа Вишну.
Вскоре у Кайкеи, младшей жены Махараджи Дашарадхи, родился сын, олицетворяющий 1/4 могущества Господа Вишну. Через 2 дня после рождения сына Каушальи Сумитра родила 2 близнецов, каждый из которых воплощал 1/6 могущества Вишну. Все 4 мальчиков сильно походили друг на друга, излучали ослепительное сияние и радовали глаз. Во время их появления на свет полубоги сыпали с небес цветы, гандхарвы пели и играли на музыкальных инструментах, а апсары танцевали. По случаю рождения сыновей Махараджа Дашарадхи в столице Кошалы устроил пышное празднество. Музыканты, танцоры и актеры заполонили улицы Айодхи. Во всеобщем веселье принимали участие все жители города. Спустя 13 дней после рождения сына Каушали Васиштха Муни, семейный жрец Махараджа Дашарадхи, провел церемонию наречения имени. Сын Каушали получил имя Рама, а сын Кайкеи стал Бхарата, а близнецов Сумитры нарекли Лакшманом и Шатругной. Впоследствии Васиштха проводил над сыновьями Махараджа Дашарадхи все очистительные обряды, в том числе обряд получения священного шнура. Под его началом 4 братьев овладели священными писаниями, военным искусством и обрели божественные добродетели. Однако с самого рождения Рама во всем превосходил своих братьев. Естественно, он стал любимым сыном Махараджи Дашарадхи. С самого начала Лакшман сильно привязался к Раме. Без Лакшмана Рама отказывался есть и спать. Если Рама отправлялся охотиться, Лакшман всегда сопровождал его. Шатругна и Бхарата были точно так же неразлучны и преданы друг другу. Господь Рамачандра и его братья учились стрельбе из лука в ашраме Васиштхи. Однажды Рама и Лакшмана увидели проходившую мимо девушку с огромным кольцом в носу. Лакшмана увидел это и засмеялся. Он воскликнул: «Посмотри на него! Оно такое огромное!» Рамачандра предложил: «Давай развлечемся, пока Васишка не смотрит». Они смотрелись и увидели лежавшую рядом стрелу. «Я уменьшу его», — сказал Лакшмана и выпустил стрелу. Стрела смазала кольцо особой мистической субстанцией, которая сделала его маленьким. Оно жило нос так, что девушка могла дышать только одной ноздрёй. Она уронила горшок и стала в испуге звать на помощь. Лакшмана сказал: «О, нет, это не годится. Васиштха услышит, и у нас будут проблемы». Рамачандра ответил: «Не волнуйся». Он выпустил еще одну стрелу, которая сделала украшение достаточно большим, чтобы девушка могла дышать. Она обернулась к юношам и сказала: «Что вы делаете со мной? Мы только уменьшили твое кольцо, но оно стало слишком маленьким, так что нам пришлось его снова немного увеличить», — ответил Лакшмана. «Уменьшить? Увеличить? Я в это не верю». «Не веришь? Тогда мы его снимем». Лакшмана выпустил еще одну стрелу, которая сняла кольцо, не коснувшись ее лица. Кольцо летело в воздухе, а девушка кричала: «Мое колечко! Мое колечко!» Тогда Рама быстро выпустил еще одну стрелу и быстро вставил кольцо на место. Таковы были некоторые из детских игр Господа Рамачандры, и все они связаны с настоящей стрельбой из лука. Рамачандра подрастал, и однажды великий Риши подошел к воротам дворца. Это был Вишвамитра Муни. Он сказал привратнику: «Где Дашарадха? Скажи ему, что пришел Каушика». «Он известен как Каушика, потому что родился в династии Куша. Куша и Кушанабха
были великими царями. О них упоминается Бхагаватам. Каушика Вишвамитра был известен тем, что был очень гневлив. Если он гневался, то проклинал и использовал всю свою таповалам, аскетическую силу, для того, чтобы создать препятствие. Однажды, когда он сидел в медитации, пролетавшая птица пометила его. Для птиц это естественно. А для риши привычным было сидеть под деревом. Но субстанция на голове не была чем-то естественным. Так что Вишвамитра был очень недоволен. Он посмотрел на птицу и сжег ее. Он истратил 50 лет аскезы на то, чтобы убить эту птицу. Ей предстояла долгая жизнь, а он укоротил ее и истратил на это свою аскетическую силу. Затем он встал. Теперь я всегда буду помнить этот случай, поэтому лучше я перейду под другое дерево. И еще 1000 лет совершал аскезы. Так он и жил. И вот он у ворот дворца. Царь Дашаратха посмотрел на Васишку и спросил: «Каушика здесь. Что мне делать? Я не знаю, что сделал не так, но он здесь. А он приходит только за тем, чтобы проклинать людей или убивать демонов». «Прежде всего, — ответил Васишка, — привратник должен передать следующее. Все царство принадлежит тебе. Мне просто нужно 2 минуты, чтобы дойти до ворот. Прошу, не гневайся». Привратник вернулся к Вишвамитре и сказал: «Царь Дашаратха просил передать, что тебе принадлежит все царство и что ему нужно 2 минуты, чтобы дойти до ворот. Он просил тебя не гневаться и сесть на эту асану». «Не нужна мне асана. Где царь? Приведи его сюда». К этому времени Дашаратха уже добежал до ворот, упал к его ногам и сказал: «Чего ты хочешь? Если тебе нужна моя кошала, пожалуйста, забери ее». «Что? Нет, меня царство не интересует». «У меня у самого было царство когда-то. В прошлом он был великим царевичем, кшатрием, но по плану Господа он стал браманом. Но это отдельная история». «Мне не нужно твое царство», — сказал он. «Я пришел попросить об одной вещи, а ты скажи мне, дашь ты мне то, что я хочу, или нет?» Дашаратха стал думать, чего же он хочет. «Может быть, мою голову? Я не возражаю дать ему то, что он пожелает, только пусть не просит у меня раму». Вишвамитра сказал: «О чем ты думаешь? Ты пытаешься что-то уберечь от меня?» Нет, просто попроси, я дам тебе все, что хочешь. Я хочу Раму и Лакшману». Дашаратха сразу же упал в обморок. Когда он пришел в себя, Вишвамитра стоял над ним. «Видишь, в обморок упал, значит, не хочешь отдавать? Ты соврал мне, сказал, что отдашь все. Я риши, и ты мне обещал, а теперь отказываешься». «Я не заберу их навсегда, они мне нужны совсем ненадолго. Я провожу ягью, а кто-то оскверняет жертвенный огонь. Хочу, чтобы эти дети пришли и играли там. Тогда демоны идут». «Что, демоны?» Тут Дашаратха снова упал в обморок. Он не мог перенести мысли о том, что Рамачандре могут нанести вред демоны. Поэтому, очнувшись, он сказал: «Я сам их одолею». «Ты думаешь, я сам не могу их одолеть?» — спросил Вишвамитра. «Я с легкостью могу их победить, но мне нужен Рамачандра и никто другой». «Хорошо», — сказал Дашаратха, — «но, пожалуйста, как следует, позаботься о моем сыне и научи его чему-нибудь, раз уж ты так много всего знаешь. Я знаю, что делать с Рамой, и он пойдет со мной сейчас же. Но ты прошел долгий путь и должен немного отдохнуть в моем дворце». «Я не отдыхаю во дворцах. Где Рама и Лакшмана? Дай их мне». Он взял Раму и Лакшмана и ушел. Пока они шли,
и пересекали множество рек и проходили через леса, Вишвамитра рассказывал им разные истории. Рама и Лакшмана были довольны, что не нужно учиться. Это было для них чем-то вроде каникул. По пути они купались в водоемах. Вишвамитра был хорошим учителем, и он плавал вместе с ними, и играл с ними, и рассказывал увлекательные истории о демонах и духах. Вечером на закате Вишвамитра сказал: «Теперь совершите санхью, свои вечерние ритуалы, а потом садитесь и слушайте эти мантры. Я научу вас великим, могущественным мантрам. Одна известна как Бала – сила, а другая известна как Адибала – великая сила. Они могут понадобиться вам в битве с этими демонами». Рама и Лакшмана сели и стали слушать мантры Бала и Адибала. И пока они слушали, они делали своему учителю Вишвамитре массаж. На следующий день они дошли до ашрама Вишвамитры и начали ягью. Затем появился тот демон, очень знаменитый демон по имени Марича. Он был великим мистиком. Когда бы он ни появлялся, падали деревья, реки вздымали в небо, звезды падали вниз, животные тоже сходили с ума, птицы кричали, а риши падали замертво. Марича завтракал только святыми людьми. На обед он не ел ничто другое. Марича прилетел туда, и с ним был Душасана. Его характер соответствовал его имени. Душасана означает все плохое. Итак, Марича и Душасана приближались. Рама и Лакшмана сидели рядом с Вишвамитрой, который был главным жрецом и лил подношение в огонь. Он взглядом дал Раме знак, что демоны приближаются. Рама посмотрел на брата и сказал: «Что ты собираешься делать, Лакшмана?» Лакшмана ответил: «Да, мы кое-что предпримем». Он взял несколько стрел и выпустил их в небо. Они взлетели вверх на 3 или 4 мили, а затем каждая из них стала миллионом стрел. И вместе они образовали огромное колесо из стрел, которое стало вращаться над жертвенным огнем. Марича и Душасана прилетели и увидели это колесо со спицами. «Где огонь?» – спросил Душасана. «Но я не вижу огня, только это чертово колесо». «Тогда это, видимо, какая-то уловка браманов. Я подлечу поближе и посмотрю». Он подлетел ближе, и его проткнуло одной из спиц этого колеса и отбросило на много миль. Пока он летел, Рамачандра взял травинку и бросил ей в Маричу. Она врезалась ему в спину и отбросила его до самого океана. Он упал в океан и с тех пор больше никогда не ступал на землю Индии. Он открыл свой ашрам где-то на Шри-Ланке и даже не вернулся, чтобы увидеться со своей семьей. Вот что случилось с Марич. А Душасана был убит. Все это было сделано одной травинкой. А затем, когда ягья подошла к концу, Вишвамитра подошел к Рамачандре и сказал: «Какую замечательную вещь ты сделал. Я видел, как Марича отбросила, и он упал в океан. У меня есть только один вопрос». «Какой?» «Как же насчет Балы и Адибалы, всех этих мантр, которые я тебе дал?» «Они на крайний случай. Для этих демонов хватило и травинки». Затем Вишвамитра произнес знаменитый стих, в котором говорилось, что в руках могущественной личности даже травинка становится астрой, оружием. Рамачандра так могущественный, он источник всей Балы, силы. Зачем ему Бала и Адибала? Так
Рамачандра убил этих демонов. Таким образом, лилы Господа Рамачандры и его братьев только начинаются. А что было дальше, мы узнаем на следующих эфирах. Ram Ram Jai Sita Ram.